Центр «Поиск» — это внешкольная работа с детьми. Всего он имеет 15 филиалов по Самаре. Самый большой располагается по адресу Осипенко, 32А. В здании бывшего детского сада. В 90-е, когда рождаемость была ниже, детсад расформировали. Сейчас же детей стало больше, и появилась инициатива возродить в здании дошкольное учреждение на 200 мест. Коллективы при этом должны были разместиться на базе других образовательных учреждений. Городские власти провели многочисленные встречи и переговоры с родителями воспитанников центра «Поиск», в том числе и в режиме видеоконференций. Это уникальное заведение, в котором работают лучше многие дети. Оно очень удобно для всех, и это самое лучшее вообще в Октябрьском районе центр работы с детьми. Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что мнения людей в этом вопросе играют ключевую роль. Понятно, что каждый из нас переживает за ребенка, и мне понятны те волнения, которые вызвала вот такая информация. Рассчитываю, что городские власти примут разумные решения с учетом мнения и родителей, и детей. Городские власти прислушались к мнению большинства родителей и оперативно отреагировали. Глава Самары Елена Лапушкина решила оставить центр «Поиск» на Осипенко, 32А. Хочу поблагодарить всех родителей, которые в конструктивном диалоге с нами принимали совместное решение. Хочу сказать, что встретились практически со всеми родителями, которые водят туда детей. По итогам наших встреч, наших собеседований, наших консультаций пришли к выводу, что центр «Поиск» будет работать, как он работал, как центр внешкольной работы. Глава города призвала родителей и к дальнейшему содействию и конструктивному диалогу, благодаря которому находятся выходы даже из самых сложных ситуаций. Воспитанники «Поиска» остаются в родных стенах и готовы дальше приносить родному краю победы на областных, федеральных и международных соревнованиях. Мария Левина, Константин Головин. События.